Итак, с этого момента для нас это уже сотая свадьба. Ты, Эмили, и ты, Пьер, будете вместе и в горе, и в радости. Это мы вместе с Арно организовали Пьеру мальчишник. Можете поцеловать невесту. Кажется, он остался доволен. Можем и вам устроить такой уикенд. Что закачаешься? Мы с тобой откроем свою фирму. Предложения они будут делать во Франции. А мальчишник проводить в Будапеште. Буда! Знаю, здесь крутые местечки для отвязных пацанов. Не горничная мечта. Что скажешь? Я на работе. Это будет турагентство. Все в отрыв. Вы уверены, что это хорошая идея? Ну как, готовы? Ну что, куда махнем? Может, на природу с девочками? Это моя жена. Вон в том доме Пьер Жене снял свой первый порнофильм. А ты его ни с кем не путаешь? Да не, мне кореш рассказывал.